Всем привет! Сегодня у нас с вами на обзоре новый аромат от бренда Emper с интригующим названием Hot Lips. Аромат, очевидно, предназначен для прекрасных дам. Очень хочется, чтобы там внутри скрывалась какая-то весенняя легкая история. Посмотрите, как задорно выглядит флакон. Не каждая его ценит, конечно же, но достаточно пестрый, забавный. Кажется, что запах там будет какой-то супер легкий, супер молодой. Мне, честно, такая вот упаковка не совсем близка. Вообще не близка, точнее. Но, по крайней мере, настроение поднимает. Что же там такое внутри? Хороший, очень свежий, очень легкий, очень весенний, прям супер задорный. Вот какая упаковка, такой аромат. Так, в нотах здесь явно в начале цитрусовые цветы, и это прям считывается моментально, молниеносно. Это такая свежая струя, которая сразу же бьет вам в голову сходу. Да, здесь явно есть цитрусовый в начальных нотах, но чувствую, что есть еще какой-то цветок, потому что ноты, несмотря на то, что они взрывные, в них все-таки присутствует такая вот цветочная мягкость. Запах супер весенний, это вот прям попадание 100% в приближающийся сезон. Давайте посмотрим скорее на состав и будем разбираться. Ну что, я смотрю на состав нот, и это действительно абсолютно весенне-летняя история. Вначале здесь мандарин и фрезия. Кто не знает, аромат у цветка фрезии, он очень мягкий, зеленый, с таким вот характерным цитрусовым акцентом. Прибавьте сюда мандарин, вот оно на то и получается. Действительно, в начальных нотах чувствуется очень много свежей цитрусовости, но при этом такая вот мягкая плавность цветка. Очень крутые ноты, они прям вот для любительниц таких вот легких, ненавязчивых ароматов. В сердце здесь лилия, роза и жасмин самбак. Жасмин самбак у нас имеет более тяжелый такой запах, чем у классического жасмина. Немного он удушливый, и у него тоже есть такие апельсиновые оттенки в звучании. Интересно будет наблюдать, как сердце раскроется у нас и в базе. База классическая, красивая, вы знаете, я такую очень люблю. Мускус амбры и сандаловое дерево. Красивая, достаточно сухая база. Не думаю, что он будет суперстойким, хотя база у нас, ну, говорит об обратном. Не знаю, обычно ароматы с таким началом и сердцем, они держатся не дольше 6 часов. Но давайте дадим ему шанс, оставим часа на 3 и потом вернемся к обзору. Ну что, прошло у нас несколько часов. Честно говоря, запах мне не совсем понравился. Не знаю почему, если честно, для этого абсолютно нет никаких причин, потому что мне, в принципе, нравятся цветочно-цитрусовые ароматы, да, тем более сейчас у нас подходящий сезон близится, но вот как-то любви не случилось. Здесь очень яркое цветочное сердце. Сначала мне показалось, что я слышу в нем такие уже густые увядшие розы и долго не могла понять, что вообще происходит, почему так. Потом заметила, что у меня на тумбочке стоит букет роз, который уже пора выбросить, и когда я его вынесла, аромат совсем изменился, восприятие тоже изменилось. Я здесь слышу очень отчетливо лилию, и слышу здесь тот самый жасмин самбак. Он здесь громкий, он намного громче, чем классический, привычный нашему носу жасмин, и он действительно имеет такой легкий апельсиновый оттенок. И в принципе сердце здесь, несмотря на то, что достаточно яркое, очень цветочное, да, в какой-то момент мне даже показалось, что оно душноватое, оно не сильно стойкое. И в целом парфюм, он в принципе скорее для таких вот небольших, недолгих повседневных прогулок, потому что потолок его звучания это часа 4, не больше. Шлейф у него также скорее низкий, не особо заметный. В принципе, я чувствую аромат только когда вот подношу запястье к носу, да, хотя у нас прошло там всего 3 часа и уже запах начинает тускнеть, его практически не слышно. Аромат неплохой.
В нем абсолютно нет ничего сложного, ничего изысканного, ничего какого-то оригинального. Это максимально классическая, очень легкая цветочная история на каждый день. В принципе, аромат абсолютно универсальный по возрасту. Его может носить даже школьница, не боясь там кого-то из одноклассников и учителей раздражать, отвлекать. Очень тонкий запах. Он прям едва-едва уловимый, несмотря на всю его цветочную насыщенность. И, в принципе, честно говоря, кроме цветов, я вообще здесь ничего не слышу. Если вначале он стрелял такими цитрусовыми свежими акцентами, и ты ждал, что вот он сейчас как-то так интересно раскроется, будет тебя вот заряжать, как-то настраивать на позитив, не случилось этого. Не могу сказать, что у меня прям с этим ароматом мэтч, но это неплохой запах на весну и лето, если вы поклонница таких максимально цветочных, едва заметных, практически неуловимых ароматов. Я знаю, что такие есть, и если вы себя причисляете к этой категории, то попробуйте. В запахе нет абсолютно ничего раздражающего и отталкивающего. Он достаточно быстро раскрывается, то есть вы практически даже не заметите этот момент, когда вот эти свежие цитрусовые ноты перетекут в такое вот тоненькое-тоненькое цветочное сердце. Если вам нравятся акценты лилии, если вам нравится такой вот достаточно заметный жасмин, да, если вам нравятся апельсиновые акценты, попробуйте. Не могу гарантировать, что это станет вашим любимым парфюмом, но никакого раздражения и разочарования он точно у вас не вызовет. Единственное, что для тех, кому важна все-таки долгая стойкость, сильный шлейф, эта история абсолютно не для вас.